На этой неделе Москва с удовольствием закружилась в вихре Венского бала. Одно из главных светских мероприятий сезона было посвящено 400-летию дома Романовых. В этом году у московского Венского бала юбилей. Грандиозное мероприятие проводится в российской столице уже 10 лет. Это не только самый крупный и известный бал в России, но и один из самых масштабных в мире. Форма одежды неизменна. Для дам вечернее платье в пол, для мужчин фрак. Пожалуй, главное событие каждого такого вечера – представление дебютанток. Танцуйте и будьте счастливы! Это сказка детства скорее, потому что еще маленькой девочкой я мечтала выйти на паркет в большом белом платье и кружиться там в вальс. Так что мечты сбываются. В этом году, поддержав тематику бала 400-летия дома Романовых, в Москве появился наследник царского престола Дмитрий Романов. Быть здесь, в Москве, в России, для меня этот момент очень специальный, потому что я первый раз на балу, и никогда до этого не был, и не думал, что такая красота будет. В Москву на бал пожаловали более 2000 гостей. Почетными гостями стали члены королевских семей из различных европейских стран. Кроме всего прочего, Венский бал является крупным благотворительным мероприятием. По традиции собранные средства направляются на поддержку детских организаций.